Привет, друзья, меня зовут Алексей, и я рад приветствовать вас на моем канале. Мы продолжаем играть в игру «Черепашки-ниндзя-легенды». В предыдущей серии мы начали проходить третий этап кампании, третью главу кампании. Одна нога там, другая здесь. Мы прошли первый эпизод. Разобрались с пульверизатором. И теперь у нас на очереди второй эпизод. Крысиный король. Состав у нас тот же остается. Леонардо Карай, нейтрализатор, Брэдфорд и Эйприл. Давайте сразимся с крысами. Опять мы путешествуем по метро или канализации. Вот крысы почему-то ходят первыми. Последняя крыса. И будем уничтожать вредных грызунов. Так, одна крыса готова. Отправилась на отбивные. И последняя крыса тоже у нас попала в раздачу. Теперь четыре крысы. Четыре крысы. Ход крыс. Укусила Брэдфорда. Не есть хорошо. И плюс получается, у нее еще появилась контратака. Значит, будем добивать ее в последнюю очередь. Так, у Лео ослабили защиту. Осталось у нас две крысы. Мимо. Так, добьем вот эту. И теперь осталось у нас последнее. Делать нечего, будем бить ее. Вот. Брэдфорду досталось. Сейчас у нас будет крысиный король. И три крысы. Так, давайте начнем с крайней. Критический удар от Караи. Добиваем ее. Угу, крыса промахнулась, второй раз промахнулась. И теперь Караи. Угу. Давайте вылечимся. Брэдфорд нам прибавит силы. Атака повышена. Давайте немножко по крысиному королю попадем. И контратака. Надо постараться уничтожить крыс. Вот так вот. Не надо нападать на Эйприл. Супер удар. И крысиный король повержен. Осталась последняя крыса. Вот Брэдфорд наносит ей хороший сокрушительный удар. И Эйприл добивает. Все радуй победе. Три звезды у нас снова. К
Кренги сканирование обнаружило одну из черепах, в поисках которых кренги ведут сканирование. Насколько близки те, кого называют черепахами, кренгам? Может, они у тебя прямо за спиной? Точно, никто не мог этого ожидать. Дали нам немножко артефактов. Так, посмотрим. Восьмой уровень. Восьмой уровень. Давайте попробуем. Пройдем. Я думаю, что это не будет сложно. Хотя кренги, конечно, довольно опасные противники. Все спокойно. Необходимый уровень спокойствия. Кренг может наслаждаться необходимым уровнем спокойствия. Кренг идиот. Стоит кренгу заявить о правильном уровне спокойствия, как уровень спокойствия немедленно изменяется. Это маловероятно. Кренг тот, кого называют параноиком. Так, давайте массовую атаку. Критический. Еще одна граната. Гранаты кидают. Немножко попортили Эйприл. Вот совсем она слабая стала. Но все остальные вроде держатся. Так, а Крэнк у нас между делом подлечился, но не помогло ему. Давайте вот этих средних крэнгов уничтожим. Они еще и оскорбляются, к тому же. И остались у нас две летающие тарелки с мозгами. Последняя третья волна. Пять крэнгов. Брэдфорд, прибавь нам атаки. Брэдфорд прибавляет нам атаки. Давайте подлечимся. И попробуем уничтожить вот этого. Так, а сейчас у нас будут гранаты. Да, гранаты. Так, небольшой урон нам нанесен. Так, и давайте будем вот этим заниматься. А теперь вот этим. Мимо. Кренги все еще мимо. Чуть-чуть не хватило, чтобы добить. И последняя летающая тарелка. И как так не попал? Но это уже не важно. Мы снова победили.
Все снова радуются. Три звезды. Что нам сейчас дадут, кроме опыта? Только мутаген дали. Так, четвертый эпизод. Четвертый эпизод. И тут уже два героя 10 уровня. Я думаю, пока туда соваться не стоит, пока мои герои хотя бы не станут 10 уровня. Что у нас здесь? Глава третья. Так, здесь змейка венок 11 уровня. Я думаю, тоже надо хотя бы до 10 уровня, чтобы подросли мои герои. Посмотрим, сколько им тут осталось. Так, осталось всего 50 опыта до 10 уровня. И я думаю, как раз в следующей серии мои герои уже будут 10 уровня, возможно, даже 11. И тогда мы продолжим проходить кампанию. Так. А на этом все. Если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.